Что ж ты мне так не доверяешь-то? Жалею. Без наручников. В случае чего придется сразу пристрелить. И будем жалеть, чем так всю жизнь просить. Я уж и не думал, что увидимся. Но Господь милостивился, видимо, что-то хорошее я все-таки сделал в своей жизни. Глава местной банды Алексей Захаров с остальными подельниками скрылись. Потому что у тебя очень большие проблемы. Это не у меня, это у нас проблемы. Не ждал, что ты влетишь. Но откуда ты все это знаешь? Подожди, сейчас. Еще немного осталось. На моей кухне. Так ты из ФС? Ты красивая, как водопад. Мы счастливые до податку. Светом тысячами киловатт. Блин. Я же сам вас сюда привел. На то и был расчет. А зачем ты мне все рассказала? Я тебе кое-что расскажу. Рассказывать мне нечто. Я просто тянула время. Ребят, заберите его, он меня утомил. Никак соскучилась по мне. Ночь не спала, тебе думала. Поможешь поймать того, кто наркоту твою припил и все это заварил? И каждый упадет в свою пустынь. Ну а пока ты голый, как в Гуччи в простыне, я пру, как ледокол, и круче простыни. Мы разбиваемся на тысячи и рассыпаемся. Ну как я могла отправить тебя на пожизненное, не попрощавшись? Мы улыбаемся, и музыка на все, но мы прощаемся. Мне никогда не нравились герои. Было ясно, что когда глухо выйдет Зоя, вы попытаетесь ее похитить. Мы счастливые до податку. То ли дело мы злодеи. Ей рисковать не могли, поэтому заменили на меня. Ладно, чего тебе еще рассказать? Душу для тебя наизнанку вывернут. Хочешь – режь, хочешь – жги. Такими, как мы сейчас в этой комнате. Ну что, женщина-мечта, теперь уж точно свидимся не скоро. За что ты, судьба, так жестока ко мне? Встретить тебя в начале своей загубленной жизни, может, и не загубил.